Итак, мы находимся в отеле Sunrise Diamond Beach Resort, и сейчас мы после нашего главного шведского стола. Давайте пройдем. Сейчас он работает у нас на завтрак. И в шведском столе есть полностью все наименования, которые, возможно, были на завтрак, включая обязательно омлеты, свежие фрукты, свежие овощи. Египетский завтрак и обязательно что-нибудь скажем так из закусочек и тепленькое. У нас есть суп, у нас есть сосиски на улице и также горячие свежие орехи и включая дальше говяжий петух. И по запросу, если для гостей, особенно с маленькими гостями, гости выберут себе что-нибудь по их желанию, либо по нам либо к нашему шефу, и мы приготовим для них что-нибудь индивидуально из продуктов, которые есть уже у нас на ночь. Также перед вами большая стойка джема, диетические, скажем так, йогурты, сухофрукты. Также у нас есть танцы кофе. Также есть горячая вода и американская кофе без кофеина. 4 аппарата с кофемашинами. Сервис-бар. И также соревнования у нас есть и на улице, где мы выпекаем свежие кургийские ваты. Делаем также панкейки. Египетский пирог кефир, где гости могут также его заправить либо любыми джемами, либо медом. Также хочу вам сообщить, что данный ресторан работает на завтрак, обед и ужин. Он находится в главном здании, чуть ниже уровня ресепшн. Данный ресторан вид помещения в серединке и на улице. Открытая терраса с видом на море. По поводу обеда и ужина. На обед и на ужин в шведском столе у нас находится и есть для гостей диетический уголок и также уголок детского питания. Каждый день он меняется. Ротация нашего меню идет 7 дней. Каждый вечер у нас идет диетический ужин. И напомню, что каждую субботу и каждую среду у нас морепродукты в шведском столе. На завтрак также хочу отметить, что идет подача от наших официантов. Также хочу отметить, что на завтрак идет подача наших официантов по поводу свежевыжатых соков. Каждый день как минимум 2 вида свежевыжатого сока предоставлены для наших гостей именно на завтрак. На остальных барах данная услуга уже будет за отдельную оплату. Каждый день она меняется в зависимости от наличия, скажем так, и сезона также наших. Поэтому в любой момент на завтраке вы всегда можете обратиться к официанту, они с удовольствием предоставят вам свежевыжатый сок.